Тяжелый баул, тесная маршрутка, час от дома до ближайшего катка. Этот путь 8-летний Юра Галько проделывает каждый день. Тренеру понравилось, как я играю. И меня он попросил, чтобы я... Вот нравится мне ли быть вратарем? Родители не хотели, чтобы я был вратарем. Думали, что лучше в защиту идти, в защиту, папа мне говорил. Вот, но я все равно хотел быть вратарем. Вот, потом все-таки меня тренер сказал, вот, и мне дали форму вратарскую. Его мечта – играть за главный клуб города, побеждать вместе с ним, перед родными болельщиками на забитой до отказа домашней арене. И еще совсем недавно казалось, что мечта Юры и десятков таких же мальчишек из миллионного города Омска может не осуществиться никогда. Арена Омск может не открыться к сентябрю. Здание признано аварийным. На арене Омск дал трещину фундамент. В одном из фанатских сообществ был опубликован пост о том, что на арене дал трещину фундамент. Уже поговаривает о возможном переносе матчей «Авангарда» в другой город. Сейчас решается вопрос, как это сделать. Август 2018-го. Один из главных клубов российского хоккея, омский «Авангард», на грани катастрофы. Команда остается без домашней арены, болельщики без команды, город без хоккея. В этот момент невозможно представить, стартующий сезон станет одним из лучших в истории клуба. Хоккей в Омске всегда был спортом номер один. Даже больше. Любовью номер один. На трибунах за хоккеистов болеют, как за родных. Это кадры последней домашней игры «Авангарда» сезона 17-18. 12 марта. Выигранный матч плей-офф против Салавата Юлаева. Уходя со льда арены «Омск», игроки не знают, больше на этот лед они, возможно, не выйдут никогда. Я был шокирован и не знал, что будет дальше. И также весь город пребывал в шоке просто. И были даже такие слухи, что «Авангард» могут вообще исключить из КХЛ, что нету дома у команды и негде играть. И весь город в переживаниях, и это страшно очень. Виктора Мигунова в Омске знают как Шустрова. Он один из ярых болельщиков «Авангарда», заводящий фанатского сектора 45. 45-й – это сектор наш, домашней арены был. Ни одной домашней игры «Авангарда» Виктор не пропускал на протяжении 6 лет. Тогда, в августе 2018-го, вера в команду, за которую болеет с детства, почти оставила даже его. Я, конечно, верю в команду всегда, и в неудачи, и в радости. Вера в команду всегда присутствует, но все равно было тяжело поверить, что такой сбой произошел, что приходится перелетать в другой город, совсем далеко от Омска. Пока команда готовилась к сезону на сборах, не менее напряженная работа кипела в кабинетах. Трещина в фундаменте арены «Омск» могла обрушить не только Ледовый дворец, в котором «Авангард» проводит домашние матчи, но и всю клубную структуру. До основания. Первое, что нужно было, наверное, договориться с КХЛ о том, чтобы сохранить клуб в лиге. Потому что понятно, что без арены клуб не может существовать. И прошли достаточно конструктивные переговоры с руководством лиги. Поэтому большое спасибо, что они пошли навстречу
И после того, как нам дали гарантии сохранения места, мы приступили к поиску возможных вариантов пребывания клуба в это непростое время. Одним из тех, кому эту задачу предстояло решать, стал Максим Сушинский. Некогда один из любимых игроков омских болельщиков, в 2018-м вернулся в клуб в качестве президента. Кризис с ареной, возможный переезд, сбор новой команды – все это свалилось на Сушинского и руководство «Авангарда» почти одновременно. Мы были в Омске, мы, в принципе, готовили арену к новому сезону, хотели сделать некий ребрендинг, потому что не было давно ремонта на арене, и хотелось ее обновить и освежить. Мы делали экспертизу, мы заметили трещины и заказали экспертизу. Просто экспертиза делалась не один день, и мы не могли сказать точно нам, что мы закроем арену. Мы думали, что это справится какими-то легкими переделками и доработками, но как вышло, что вообще под снос. Реальный был шок, потому что в первый же момент такое, а что делать? Куда бежать? Ну, шок прошел, наверное, через час. Надо было брать себя в руки, искать арену и думать вообще, что, куда команду перевозить. Тяжесть чувствуется, на душе хочется посетить уже домашние матчи. Ну, так сложилось. Очень тяжело, конечно, для нас это все, для города это печально. На сложнейший переезд клуба из одного города в другой у руководства «Авангарда» был ровно месяц. Среди вариантов – Красноярск и даже Казахстан. В итоге 2680 километров разделяют омских болельщиков с их командой. Новый временный дом «Авангард» находит в подмосковной Балашихе. Beautiful apartment in Omsk. My wife, myself, we were adjusting real well, and suddenly we get the news that the rink has major problem. «Авангард» – один из самых консервативных клубов России. Но в тот момент, когда в клубе и без того проходят революционные изменения, руководство решается на еще одну кардинальную перемену. «Авангард» проводит крупнейший ребрендинг в своей истории. Новый логотип, новая форма, новый фирменный стиль. Форму «Авангарда» с новым ястребом на груди надевают новички клуба. Денис Зернов. За него менеджмент клуба выиграл серьезную трансферную борьбу. Сергей Широков, олимпийский чемпион и один из самых опытных игроков команды. Удается оставить в команде одного из действующих лидеров – Илью Михеева, виды на которого были у многих клубов в КХЛ. Презентацию новых ястребов перед стартующим сезоном руководство «Авангарда» решает провести в родном Омске. Но за неделю до нее клуб ждет новое потрясение. Тяжелую травму получает основной вратарь Кари Рамо. Арена, Рама и все остальное. Так начало сезона складывалось очень страшно было. Тем более это был первый сезон. Я не понимал, что происходит вообще. В итоге на первый домашний матч сезона на новый для всей команды лед-арены в подмосковной Балашихе «Авангард» вышел и с новым первым номером в воротах. Игорь Бобков только пришел в клуб и должен был быть дублером, но в этот невероятный сезон именно ему выпало защищать ворота омской команды. Привещал сезон, но, во-первых, сам переход в «Авангард», наверное, играть в топовом клубе всегда престижно, всегда хотел играть за самые высокие цели. Второе, наверное, это такая неприятная новость в начале летом, когда мы узнали, что мы не останемся в Омске. Я, честно, до последнего минуты не верил, что такое произойдет. И третье, это, естественно, переезд сюда, в Балашиху, и теплый прием болельщиков. Очень волнительное было ощущение начала сезона и особенно ощущение этой первой игры, потому что никто не знал, придет народ или нет. Все-таки чужой клуб в чужом городе, в общем, хоть это и «Авангард». И когда народ пришел, да, не было аншлага, но, в общем, там около 4000 народу пришло, это почти 80% всего дворца. И было понятно, что хоккей в Балашихе не забыли. Вот это ощущение, что зритель благодарный, благородный и любящий хоккей, что мы с местом не ошиблись, оно дало
ну, скажем, такое ощущение, что все будет хорошо. На трибунах арены в Балашихе, ставшей для «Авангарда» временным домом, команду поддерживали не только местные болельщики. Виктор Мигунов и другие фанаты из Омска не оставляли команду и здесь. Для нас это, сказать, тяжело. То есть и работу приходилось бросать, и все. Но за командой мы пойдем на все. Раньше ездили на домашние матчи на маршрутках, а сейчас приходится на самолетах, на поездах. Старались ездить за командой везде, где только можно. Спасибо руководству, они нам предоставляли возможность летать в Балашиху. А в самом Омске переживали за «Авангард» не только болельщики. Это был непростой сезон для «Авангарда». Мы поддерживали наших детей, все родители тоже вот с нами были почти. Наши дети. Для них в разговоре об игроках «Авангарда» это не просто красивые слова. Собственные воспитанники всегда были гордостью и неотъемлемой частью омской команды. В серебряном составе таких сразу несколько. Один из них – 21-летний нападающий Артем Манукян. Все вот, когда он пошел, о, все и пишут там, какой он маленький, такой это. Ну, на льду вот видим и маленьких, и больших. Большие где и маленькие где. Смотрим по силовой, да. Больше всех силовой играл Артем. Ну и а что? С характером у нас. Для омского воспитанника Артема Манукяна сезон 18-19 обещал стать первым полноценным в основном составе родного клуба. Первым, когда родители и близкие могли на каждом матче «Авангарда» болеть и переживать за него с трибуны Омск-арены. И Артем закрепился в основе клуба, даже несмотря на то, что ему, как и всей команде, так не хватало той самой незаменимой поддержки своих трибун. Далеко от дома. Я, например, первый год играл так. Я никуда не уезжал, ни в другие клубы нигде не играл. Ну и первый год вот такой был, что подалеку от дома, от болельщиков. За самый сложный в своей истории сезон «Авангард» не просто не растерял болельщиков, приобрел новых. 4000 на первом матче сезона в Балашихе не стали явлением разовым. Но поначалу чужой для себя клуб Подмосковья шли как на свой, и команда отвечала результатами. Крупные победы и яркие камбэки. Уже в середине января на домашнем льду в Балашихе «Авангард» обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Авангард» жёг на площадке и в соцсетях, на матчах и перед матчами. Стать самой заметной командой лиги ястребам помогали и собственные взлеты, и чужие падения. У меня друг в то время был в Аргентине, там под бизнес-проектом. В общем, звонил мне на следующий день совершенно с ошалевшими, в общем, словами о том, что я делаю в «Авангарде», что в Аргентине, в общем, в новостях показывают этот клуб. Понятно, что хоккей и Аргентина – это вещи, в общем, несовместимые. Вот. И это падение, да, оно позволило даже людям в Аргентине, в общем, увидеть, что есть хоккей, такой вид спорта, есть такой клуб «Авангард», куда приехал Мурини. После окончания регулярного чемпионата и перед самой важной частью сезона – плей-офф – «Авангарду» важно было уже самому громко не упасть на глазах у собственных болельщиков. В первом же раунде – действующий чемпион – казанский «Акбарс». На кону весь сезон, все потраченные усилия десятков человек и нервные клетки тысяч болельщиков сразу в двух российских городах.
Я считаю, лично для меня был матч плей-офф или серия плей-офф с Акбарсом. И тот счет 4-0. В общем, никто не ожидал, что будет так. После этого и лично мне, и всей команде я видел, это придало определенную уверенность, что все будет хорошо. Победа над действующим чемпионом сама по себе стала почти сенсацией. Но это было только начало. Вторая стадия плей-офф против Бориса из Астаны. И в историю «Авангарда» серия эта войдет не только итоговой общей победой, но и одним конкретным днем. 16 марта на матч в Астану приехало сразу 300 омских болельщиков. Самый массовый выезд в истории клуба. В самом Омске за родную команду болеют в специально созданной фан-зоне. После «Бориса» — финал «Востока» с уфимским Салаватом Юлаевым. И в этот момент игроки уже точно знали — в «Авангарде» в этот сложнейший сезон собралась команда, способная на многое. Там была работа всего тренерского штаба и коллектив. У нас собрался очень, очень сильный, и мы большая дружная семья, и каждый в любой момент мог друг друга подстраховать, лечь под шайбу. У нас ребята играли там со сломанными пальцами, руками и с ногами, и выходили, и бились, и знали то, что сегодня подстрахуешь ты, а завтра выручишь тебя. 8 апреля. Шестой матч серии с Салаватом Юлаевым из Уфы. «Авангард» в одной победе от финала Кубка Гагарина. Когда у нас остается час до поезда, чтобы ехать домой, они все играют и не могут забить, и тут Алексей Бондарев наконец-таки забивает эту шайбу. Еще один бросок, и шайба в воротах. «Авангард» заканчивает эту серию. Эмоции, мы все на эмоциях, быстрее бежим на ЖД вокзал. И успели на поезд за полчаса и вернулись домой радостные, с победой. Это было незабываемо. Но, по-моему, Семенов сам, да, отдал, по-моему, наверх, Леха бросил, и, если честно, сразу не поняли, и после того, даже как он забил, взяли повтор, и все равно это непередаваемые эмоции после того, как судья показал, что даже после видеоповтора все в порядке. Ну, такое опустошение, мне кажется, полное вообще. В жизни такого не было. Вот, знаете, когда вот эмоций много, они, в общем, как бы бьют через край, и потом в какой-то момент раз, и вообще ничего. Я много раз слышал интервью спортсменов, когда они говорили после великих побед, что сразу опустошение наступает. И никак не могу понять, как. Ну, только что вот это были эмоции, вот это пик, а потом бам, вот это произошло именно. Финал. Матчи, ради которых идут в хоккейные секции мальчишки по всей стране. Матчи, которых болельщики команд ждут годами, а иногда десятилетиями. Матчи, которых 7 лет ждал весь Омск. Столько «Авангард» не играл в финалах. В 2004-м в том последнем успешном для «Авангарда» финале за «Ястребов» играл нападающий Максим Сушинский. Финал 2019-го для президента «Авангарда» Максима Сушинского, кажется, стал даже более сложным. Он как никто понимал, чего собранной им команде может не хватить для победы. Очень много молодых ребят и очень много игроков, которые не играли в финалах вообще. Это все-таки эмоционально, это другой настрой, это другая нервная система, поэтому это надо пройти. И некоторые готовы сразу играть в финалах, некоторые не готовы. Один из самых молодых игроков «Авангарда», воспитанник клуба Артем Манукян, в финале мог не сыграть совсем. Но не из-за нервов или отсутствия опыта. Вот как этот момент вспоминают его родители, которые не пропускают ни одного матча сына. Сидим на хоккей, смотрим, у него лангет. Я говорю, что-то слушай, это самое. А потом он нам сказал, он скрывал от нас. Сказал, что болит рука, но он откровенно нам не сказал, что у него рука сломана. Как-то играли с ЦСКА. Очень тяжело было нам вот сидеть, смотреть, как Сим вот играет со сломанной рукой. Я даже перед тем, как игры смотреть, я сначала таблетки выпила, вот успокаиваюсь. Бросать вообще не мог, то есть там на меня на броски не выводили, но если получалось, то я там шайбу низом потихоньку катнул или что есть силы.
низом только. Ну, низом вратарь, как видели, все отбивал. Она была верхом, а верхом не получалось. С каждым разом все хуже становилось. И уже на, по-моему, на играх в Москве, на выездных, уже там пару раз были моменты, когда ударялся сильно и прям больно было. Ну, а вот к последней игре прям вообще пришел к тому, что ну, тренер сам, ну, я ничего не говорил, тренер сам подошел, сказал, что оденешься, но вообще не выйдешь. Но я надеялся, что выйду. Но и для Артема Манукяна, и для всего «Авангарда» тот четвертый матч серии с ЦСКА стал последним в финале. Well, basically, yeah, you know, like, we're not the champions. CSKA is the champions, and well deserved. They beat us, but at the same time, we are winners. Like, I've seen those players from July train every day, commit to Avangard hockey, become a family. Like, we had great leaders, great veterans. We had some great young players that came in and really performed and really progressed well in Avangard hockey. So for me, like, it was a huge success and respected to follow us. Obviously, we're missing one piece of hardware. В августе 2018-го они были в шаге от пропасти. В апреле 2019-го оказались в шаге от триумфа. Команда, которая могла вообще пропустить сезон КХЛ, стала его главным открытием и сыграла в финале. Этот «Авангард» стал, возможно, лучшей командой в карьере многоопытного тренера Боба Хартли. Этот финал стал первым в карьере многих игроков, в том числе Артема Манукяна. Первым в карьере хоккейного менеджера Максима Сушинского. Первым за 15 лет для Омска. И первым в жизни для совсем юного вратаря омской хоккейной школы Юры Галько. Я доволен, ну не очень доволен, потому что они заняли второе место, так бы могли бы они занять первое место. Я расстроился. Болельщик «Авангарда» Виктор Мигунов в этот сложнейший для «Авангарда» сезон 20 раз прилетал из Омска на матчи команды. То, что говорит о финале он, в Омске может сказать любой. В финальной серии с ЦСКА команда старалась, это было видно. Ну, не хватило нам сил, можно сказать так. Старались, бились, парни были молодцы, и это серебро дороже золота. После обидного поражения в финале «Авангард» прилетел домой, в Омск. И здесь игроков действительно встречали как победителей. Что касается встречи команды в Омске, для меня это был очень эмоциональный момент. Первое, что приходит в голову, было очень холодно. Просто очень холодно. Мне, как человеку, выросшему в Ленинграде, в Петербурге, все равно это было нереально холодно. Столько количества народа, которое ждало команду вот на таком холоде, говорило о том, что это искренняя и беззаветная любовь. И я был горд, что у нашего «Авангарда» такие преданные и замечательные зрители. Сейчас все почувствовали маленький запах этого кубка, потому что многие ребята даже не играли в плей-офф у нас. И когда мы выходили в финальную серию, они просто не понимали, что это такое. И когда кубок привезли на арену, мимо него катаясь, смотришь, хочется, конечно, его забрать себе, но мы будем стремиться к этому, мы будем расти, мы будем лучше. И я думаю, что в дальнейшем, не загадывая, привезем кубок в Омск. Самый главный вывод – это бесценный опыт игры в финале. Да, мы проиграли его, в общем, и понятно, что мы не хотели его проигрывать, так сложилось, но все равно то ощущение, которое ты испытываешь в финале, его за деньги не купишь, его нельзя натренировать. Поэтому с этими ребятами, тот, кто останется в команде, он уже будет. Мы усилим этот коллектив и, в общем, в следующем году дадим бой. И следующего сезона в Омске уже ждут. Так, как не ждали много лет. Ждем от нового сезона только побед, золото. Ждем возвращения «Авангарда» домой. Парни, возвращайтесь. Я хочу, чтобы они заняли первое место, и чтобы они побыстрее приехали вот сюда, в Омск, на свою арену новую. Чтобы... Я ходил туда и смотрел на них, на матчи вместе с командой. Но планы самого «Авангарда» — это не только кубок, и даже не только возвращение в родной город на новую арену. Омский! Омский!
развитие детского хоккея. Он меня всегда интересовал. И та академия, которую мы открываем в этом году, в общем, и та система, которую мы хотим внедрить вообще в развитие детского и юношеского хоккея под брендом «Авангарда», мне кажется, будет уникальной. И, в общем, если это сработает, мы хотим это развернуть на всю страну. Сезон 18-19 стал для омского «Авангарда» больше, чем просто одним из самых успешных в истории. Это был сезон, когда родилась новая команда, которая еще больше влюбила в себя болельщиков в Омске и приобрела тысячи новых в тысячах километров от дома. Но тот сезон уже в прошлом, а в будущем новый, с новыми испытаниями и героями, успехами и неудачами. Уже завтра юный вратарь Юра Галько вернется на лед омской спортшколы, чтобы стать еще ближе к мечте, когда-нибудь сыграть за «Авангард». «Авангард» начнет новый сезон, чтобы вновь попробовать достать кубок, о котором мечтают болельщики в Омске, а теперь и балашихи. А ярый болельщик Виктор Мигунов, которого на трибуне зовут просто Шустрый, обязательно вернется на Омск-арену. Но уже новую, потому что ястребы всегда возвращаются домой с добычей. Ну, идеальное возвращение «Авангарда» в Омск – это «Авангард» чемпион с кубком в новом ультрасовременном дворце, полностью забитом преданными болельщиками. Это не сон.